Муж в командировке, у жены любовник. И жена страшно волнуется, что вот сейчас муж придет. Ходит, волнуется. О, сейчас муж придет. О, сейчас муж придет. Любовник говорит, да ладно, что ты дергайся, пока туда садимся. В любую минуту придет. Эдвард говорит, ну, придет, я раз в окно выскочу и все. Она говорит, ты что, с ума сошел? Какое окно? 13 этаж. Не волнуйся. Мы с ребятами договорились, мы там брезент натянули, все нормально будет. Тут неожиданный звонок. Этот любовник сразу раз в окно. Жена идет, открывает дверь, там просовывается голова, говорит, вох у вас! Передай ему, что он брезент порвался! Знал.